Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусное кизиловое варенье. Готовится оно просто и быстро, всего за 15 минут. А получается густым и ароматным. Приятного просмотра! 1 килограмм хорошо промытых и просушенных на полотенце ягод кизила высыпаем в широкую посуду, подходящую для варки. Добавляем туда 1 килограмм сахара. Хорошо перемешиваем. Вливаем 150 мл обычной питьевой воды и сразу отправляем миску с ягодами на медленный огонь. Пока весь сахар не расплавится, содержимое миски часто, но аккуратно мешаем. По мере появления сиропа огонь увеличиваем и доводим варенье до кипения. С момента закипания варим кизил ровно 15 минут на умеренном огне. Если позволяет высота посуды, пенку сначала не снимаем, большая ее часть сама по себе уварится. За 2-3 минуты до окончания варки собираем всю оставшуюся пену. Дальше разливаем наше варенье по сухим стерильным банкам. Закручиваем их. Переворачиваем на пару минут, чтобы проверить на предмет подтекания. И если все хорошо, убираем на хранение в погреб или кладовку. Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 баночки по 450 мл и 1 300. Вот и все. Очень вкусное варенье из кизила готово. После полного остывания оно становится достаточно густым. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.